торговом центре «Максим» у Светланы Литвиненко было две точки по оказанию услуг ногтевого сервиса. Оборудование, инструменты, материалы – все сгорело в одночасье в пожаре 21 сентября. Размер убытков предприниматель еще не подсчитывала, но уже работает над этим и надеется, что собственник торгового центра возместит хотя бы часть средств. А пока нужно поднимать бизнес, и деньги требуются уже сейчас. У нас большая клиентская база, 3500 клиентов, которых мы обслуживаем, которые нас любят, которые нам доверяют. Есть у нас еще, как раз мы открыли новый салон, да, и получилось так, что удачно перевели своих клиентов туда, но там места не хватает, и нужно открывать что-то новое. Нашли уже новую студию, подписали договор аренды, и сейчас, кстати, будет этот кредит, мы как раз пустим его в это доброе дело. Специально для погорельцев администрация Приморского края совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей разработала программу льготного кредитования. Займы под 1% годовых выдают в микрокредитной компании Приморского края. Выдаем займы до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. У нас дифференцированные программы. Есть программы до 1,5 миллиона и сроком до года. По каждой программе предусмотрена отсрочка платежа до полугода по желанию клиента. Это дополнительный бонус. После пожара за консультацией по оформлению займа в микрокредитную компанию Приморского края обратилось около 40 предпринимателей. Многие из них решили воспользоваться государственной поддержкой и сейчас готовят необходимый пакет документов. Катерина Матвеева, Сергей Толотиев, Новости на Восьмом.